Ни один капитальный или текущий ремонт в основных цехах Нижнетагильского металлургического комбината не обходится без деталей фасонно-литейного цеха. Его активное развитие началось сразу после Великой Отечественной и продолжается до сих пор. Самый новый участок заработал в 2016-м. Он предназначен для производства ванадиевого шлака. В России с ванадием работает только Евраз, и это в своем роде уникальное производство. В месяц в цехе выпускают отливки до 3000 тонн. Иначе говоря, это 42 вагона готовой продукции. Участок производит мелкофракционный ванадиевый шлак, который в дальнейшем используется в производстве ферросплавов. Но наш ванадиевый шлак в основном на экспорт идет. Экспортная продукция. Еще один участок фасонно-литейного – модельная мастерская. Здесь рождается образец будущей детали из дерева. Втулки всякие разные, колеса. В общем, все, что в литейке отливалось, все идет через наши модели непосредственно. Сперва модель изготавливается, и потом в литейном отливаются цехи. Больше как бы ниоткуда ничего не берется. Завершается работа над сложной деталью оборудования «Захват». Над ней литейщики трудились полтора месяца вручную. Еще краситься будет. И на приемку, когда примут, проверит технолог. И все, можно будет покрасить и отливать. Недавно в фасонно-литейном цехе завершено техническое перевооружение кузнечного отделения. Установка нового оборудования позволила на 10% снизить потребление природного газа и на 6% расход металла при производстве заготовок для деталей. Наша работа – это обеспечить запчастями, опять же, нужды комбината, изготовить качественные детали в срок, согласно графиков изготовления. То есть уже нету необходимости где-то на стороне заказывать, а делаем здесь. Начальник фасонно-литейного уверен, цех продолжит свое развитие. В перспективе освоение новых технологий, что позволит увеличить производство и повысить качество выпускаемой продукции. Владимир Рогулев обратился к своим коллегам с поздравлением. Мне хотелось бы поздравить коллектив фасонно-литейного цеха, с 80-летием работы, с его славным прошлым. Поздравить, пожелать всем трудящихся здоровья, успехов в труде, благополучия. У цеха юбиляра есть заказы, продукция востребована и есть главное – желание работать качественно.